И вот каким он стал. Во время теста легко растянулся вдвое. During the test, it was probably stretched easily twice. Результат потрясающий. Но как там заключенный Бастер? Допустим, он внутри пакета. Количество углекислоты, которое выделилось при реакции, почти друг, но я бы сказал, это удушье. А если бы он смог выбраться наружу, положим его так. Сила, которая нужна для того, чтобы вот так согнуть дверь, легко раздавила беднягу. Как виноградинку. Итак, этот миф, как и наш друг, утонул.